да, обязательно позвоню, сообщу, что я поеду и поставлю рабшую машину двоечную. А, Алексей принял, да? Да, да, принял, услышал. Ну тут Матвинур совсем недалеко от меня, как бы, буквально. Но по прямой-то видимости вряд ли больше 30 километров даже. Так что думаю, все получится, поговорить, поработать, прием. А, принято. У Б4 на Б, радио А на 4, Сергей Дмитрий. Ну, Алексей, который СК, так что все, думаю, получится, если там больше рядом. Вот, прием. Да, там недалеко, там без проблем можно было сработать. Расстояние небольшое там было. А у Б4 на Б, Р4 СД, пожалуйста, Алексей, тебе микрофон. Р4СД, у Б4АНБ, да, понял, не знаю, вот почему меня не слышат, я, наверное, из-за того, что немножко вправо на Казань отвернут. Конечно, сейчас уже жаль, что не вариант мне повернуться на СКРУ напрямую, но думаю, тогда бы и помеху эту пробил у Алексея Р4СК, прием. Да, принято, Алексей, вот жалеет Алексей, что не можете пробить помеху, вот, либо мощности ему надо добавить, да, чтобы он тебе точно пробивался, либо... Все-таки, может быть, направить антенну. Но 10 ватт у него, так что вот такая история. Вот R4SD на приеме. Да, понятно. Было бы хотя бы у него полтинник. Я буду, думаю, он бы, наверное, перекрыл помеху-то эту. Но 10 ватт, да, маловато, конечно, для такого расстояния. Ну, у меня еще антенна такая, палка. Была бы направлена, может быть, и слышал бы сквозь помеху даже.